Бокстовый, 10-й парк, приглашается в ринг. Представляю боксеров. Вес до 70 кг, красный углок, Генрих Хиракасян, Беларусь, синим. Подход Тулок Кайматов, Узбекистан. Последняя пара международной встречи по боксу среди юношей Беларусь и Узбекистан. Следующая программа «Россия-2. Санкт-Петербург» начнется в 14 часов 30 минут. Да,
Семена Гуринга, чемпион Узбекистана с юношей 2019, Рахматулло Баймата. Узбекистан, он 2004 года рождения, 35 боев, 31 одержал победу. Тренируется под руководством Тулашбоя Бенгирова и Эльдота Хидирова. Приготовимся к выходу на ринг, заключительной паре. Встреча Беларусь, Узбекистан, Тихоненко, Лежамадан. 12 и 13 пары не состоятся ввиду болезни сня боксер из Узбекистана и супертяжелые силовые категории Республики Беларусь не выстрела боксера. А это дает победу одержал боксер из Синегла Рахматулло Баймата. Узбекистан. Внимание, судьи. Третий и одиннадцатый пары Сергей Молотов. Боковые. Ураков первый стол, Атака второй, Агафонов третий, Чилицы четвертый, Григорьев пятый. Рефери, судья сейчас в категории, мастер спорта СССР Сергей Молотов.